Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и наш сегодняшний ролик будет посвящен тому, как возникает звук в таком простом музыкальном инструменте, как флейта, трубочка с отверстиями. И этот вопрос разделяется на две принципиально разных части. Первое, что вообще звучит во флейте? И второе, а как вообще этот звук появляется, когда я дую в отверстие? И эти два вопроса мы разделим на две части, обсудим их одну за другой. И одна из самых простых флейт – это индейская кена. Сквозная трубка, 6 отверстий сверху, одно небольшое октавный клапан снизу, клин, на который мы дуем, и сейчас я подую в нее, закрыв все отверстия. И мы посмотрим на характеристики этого звука. На звуковой дорожке мы видим периодический сигнал, которому на спектрограмме соответствует частота в 390 Гц. Это нота соль первой октавы. Этот сигнал отнюдь не похож на простую синусоиду. Он имеет довольно сложную форму, и в спектре этой форме соответствуют более высокие гармоники или обертона на частотах 780 Гц, 1170 Гц, 1560 Гц и так далее. Все они кратны основной частоте 390 Гц. И чтобы объяснить, чем определяется частота основного тона в 390 Гц, мы рассмотрим простую модель продольных собственных колебаний воздуха в цилиндрических трубах. Если труба открыта с обоих концов, воздух при колебании входит внутрь трубы и выходит из нее на этих концах, а давление на концах трубы близко к атмосферному. В основной колебательной моде воздух то заполняет трубу и давление в центре повышается, то частично выходит из трубы и давление в центре понижается. При этом в длине трубы укладывается половина длины звуковой волны. В следующей по порядку моде воздух входит в трубу на одном конце и выходит на другом, и наоборот. При этом в середине трубы воздух тоже движется навстречу обоим концевым движениям. И когда в одной половине трубы давление повышается из-за сжатия, в другой половине оно понижается из-за разрежения, а через половину периода эти области меняются местами. В центре трубы находится узел давления, здесь оно постоянно равно атмосферному. И в длине трубы укладывается одна длина звуковой волны. Следующая мода устроена так, что внутри трубы имеются два узла давления и три пучности – и в длине трубы укладывается полторы длины звуковой волны. И так далее. А теперь надо приложить эту модельную теорию к реальной флейте кене. Частота основного тона, которая, как мы помним, составляла 390 Гц. Длина этой флейты равна 37,5 сантиметрам. А теперь посчитаем длину волны. Для этого надо скорость звука 343 метра в секунду поделить на частоту 390 Гц, и мы получим длину волны 87 сантиметров, а половина длины волны это 43,5 сантиметра на целых 6 сантиметров больше, чем 37,5. В чем же тут дело? Ну, здесь имеются две причины. Одна слабая, другая более сильная. Слабая состоит в том, что воздух здесь, на открытом конце трубки, все-таки немножко движется, что удлиняет эффективную длину. Но удлиняет ее не сильно, конечно, не на 6 сантиметров. А вторая причина, более важная, состоит в том, что когда я подношу флейту к губам и упираю ее в подбородок, вот это отверстие, оно совсем маленькое. И я не думаю, что амплитуда давления вот здесь, у подбородка, равна нулю, что давление равно атмосферному. А это приводит к еще более существенному, эффективному удлинению флейты. Ну и вот мы и объясняем, почему реальная длина флейты меньше, чем половина длины волны.
Что касается обертонов на кратных частотах, мы тоже понимаем их природу. Этим обертонам соответствует вторая, третья, четвертая и следующие моды собственных колебаний воздуха в трубе, длины волн которых в 2, 3, 4 и так далее раз больше, чем длина волны основной моды. Открывая отверстия флейты одно за другим снизу, вот так. Я укорачиваю длину воздушного столба и, соответственно, повышаю частоту основного тона вместе со всеми его обертонами. И это понятно. Но многое до сих пор остается непонятным для нас. Например, почему звуковая дорожка для нижней ноты соль имела вот такую своеобразную форму, почему она не была чистой синусоидой. И еще важнее, почему я дую на клин флейты непрерывно, а при этом этот непрерывный поток воздуха вызывает быстрые колебания столба воздуха внутри флейты, как одно связано с другим, как одно зацеплено за другое. И с этим мы сейчас будем разбираться. И в некоторых старых книгах можно прочитать, что источником звука флейты является так называемый краевой или ножевой или клиновой тон. Я беру лезвие ножа, подношу его к губам и начинаю легонько на него дуть. И при определенном положении слышен характерный шипящий звук. Это за лезвием срывается так называемая вихревая дорожка Кармана. Кстати сказать, мы ее упоминали в недавнем ролике «Катастрофа Такумского моста». И если вы этот ролик еще не смотрели, я очень рекомендую вам его посмотреть. А дальше эти шипящие вихри. Как бы они издают соответствующий звук, и говорится, что этот звук усиливается с помощью резонатора. Резонатор выбирает из него определенную частоту и уже на этой частоте гудит и посылает дальше звук в пространство. Однако это объяснение все-таки выглядит подозрительным. Вот я беру в руки блокфлейту. Здесь тоже есть клин, на который дует через щель. И начинаю дуть совсем легонько. И при этом, хотя я дую, как будто дышу вот так на стекло очень легко, возникает устойчивый звук. Неужели этот звук возникает из-за какого-то шипения на клине? На самом деле объяснение все-таки другое, и сейчас мы с ним будем разбираться. Когда я постукиваю пальцем по одному из отверстий флейты, вот так, тоже раздается звук. Правда, он негромкий и быстро затухает, но фактически это тот же самый тон, что и сейчас. А когда я дую, энергия струи воздуха каким-то образом перекачивается в энергию колебаний столба воздуха. И нам нужен механизм, объясняющий эту перекачку. И такой механизм у нас есть. Он называется автоколебание. Рассмотрим систему, способную совершать колебания. Чтобы эти колебания не затухали, в систему требуется вкладывать энергию от внешнего источника. Причем делать это нужно в правильной фазе. И автоколебательной называется такая система, которая сама регулирует поступление энергии от источника посредством обратной связи, открывающей и закрывающей клапан подачи энергии. Каков здесь осциллятор? Мы знаем, это воздушный столб. Каков источник энергии? Мы тоже знаем. И осталось понять, как здесь работает обратная связь. А работает она довольно просто. Я начинаю дуть в щель мундштука, чуть-чуть подталкиваю воздушный столб, и он начинает колебаться. А дальше происходит следующее. Когда воздушный столб сокращается, и в него заходит воздух, этот поток затягивает внутрь под клин и струю из мундштука. И она подталкивает воздушный столб своим потоком, передавая ему свою энергию. А когда воздушный столб расширяется
и воздух выходит из него наружу. Струя поднимается над клином и не отбирает энергию столба. В результате производятся периодические толчки, подкачивающие энергию колебаний в воздушный столб в нужной фазе. А теперь пришло время нашего традиционного заключительного вопроса. И у нас, конечно, остался вопрос про тембр, но он все-таки слишком сложен для нас. Поэтому я задам вам вопрос попроще. Я беру в руки поперечную флейту и закрываю у нее все отверстия. И вот в этом положении пальцев я могу извлечь из нее не один, а по меньшей мере целых 3 различных звука. Вот так. Спрашивается, как объясняется это явление? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на YouTube.